Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня мы с вами поговорим на тему «Перестройка и ее итоги. Распад Советского Союза». Для чего люди идут в политику? Для одних это очень увлекательная, хотя и опасная игра на политическом театре. Другие удовлетворяют свою страсть к власти. Третьи думают о богатстве и привилегиях. Для многих политика – это служение державе, народу или идее. Для иных – просто служба. Иногда это семейная традиция, иногда призвание. Невольно возникает вопрос, для чего в политику пришел Михаил Сергеевич Горбачев. О Горбачеве до сих пор можно услышать абсолютно полярные мнения. Одни ставят ему в заслугу мужество, умение взять на себя ответственность, другие обвиняют его в развале Советского Союза, в негативных последствиях реформ. Работая над темой сегодняшнего урока, мы с вами попытаемся проанализировать его деятельность, его реформы и преобразования. Мы попробуем решить для себя такую проблему. Какую роль сыграл Михаил Сергеевич Горбачев в нашей истории? Мы не будем претендовать на истину, но нужно стремиться приблизиться к ней. Давайте вспомним, что такое перестройка. Перестройка – это общее название реформ и новой идеологии Советского Союза, используемая для обозначения больших перемен в экономической и политической структурах Советского Союза. Причины перестройки. К началу 80-х годов советская система хозяйствования исчерпала возможности к развитию, вышла за границы своего исторического времени. Осуществив индустриализацию и урбанизацию, командная экономика не смогла далее провести глубокие преобразования, охватывающие все стороны жизни общества. Прежде всего, она оказалась неспособной в кардинально изменившихся условиях обеспечить должное развитие производственных сил, защитить права человека, поддерживать международный авторитет страны. Советский Союз с его гигантскими запасами сырья, трудолюбивым и самоотверженным населением все больше отставал от Запада. Советской экономике оказались не по плечу возраставшие требования к разнообразию и качеству потребительских товаров. Промышленные предприятия, не заинтересованные в научно-техническом прогрессе, отвергали до 80% новых технических решений и изобретений. Растущая неэффективность экономики отрицательно сказывалась на обороноспособности страны. В начале 80-х годов Советский Союз начал утрачивать конкурентоспособность в единственной отрасли, в которой он успешно соперничал с Западом – в сфере военных технологий. Какая же причина перестройки? Застой в экономике, низкий уровень жизни населения, политический кризис, негативные явления в духовной сфере общества, гонка вооружений, введение санкций против Советского Союза, падение цен на нефть и военная операция в Афганистане, которая длилась уже около 6 лет. Таким образом, к началу 80-х годов советская тоталитарная система фактически лишается поддержки значительной части общества. Своевременно не решались даже самые назревшие проблемы. Вместо принятия каких-либо мер по оздоровлению экономики предлагались новые формы социалистического соревнования. Громадные средства отвлекались на многочисленные стройки века, подобные Байкало-Амурской магистрали. Цели перестройки – оздоровить экономику, преодолеть кризисные явления. Михаил Сергеевич Горбачев и его команда не ставили перед собой цель повернуть к капитализму. Они только хотели совершенствования социализма. Итак, реформы начались под руководством правящей партии КПСС. Родившийся в 1931 году Михаил Сергеевич Горбачев принадлежал к поколению, которое называло себя детьми 20-го съезда. Весной 1985 года он становится генеральным секретарем КПСС. На тот момент ему было около 50 лет. Образованный человек и опытный партийный работник, Горбачев продолжил начатый Андроповым анализ состояния страны и поиск путей выхода из сложившейся ситуации. Страна находилась в глубоком кризисе. Гонка вооружений, снижение темпов производства, коррупция, война в Афганистане. Генеральный секретарь понимал необходимость изменений и поэтому сказал: «Всем пора перестраиваться». Отсюда и пошло название этого периода – периода перестройки. Перестройка длилась около 6 лет и прошла 3 основных этапа. Первый этап – 1985, первая половина – 1988 годы, когда прошла антиалкогольная программа. Начала проводиться борьба с коррупцией, омолодились кадры в высших эшелонах власти и была провозглашена гласность, освещение негатива. Но при всем при этом отсутствовал четкий план преобразований, подрывались моральные ценности и часто пренебрегались национальные интересы в угоду западным.
Вторым этапом стал период с 1988 года по 1989 год. В это время была окончательно смягчена цензура. Осуществлен шаг к демократизации населения. Началось формирование предпосылок для развития предпринимательской деятельности. Разрешены кооперативы, частная трудовая деятельность, начинается свобода творчества и развитие искусства. Также в 1989 году были выведены войска из Афганистана и предприняты попытки для нормализации отношений с США. То есть фактически Советский Союз перестает поддерживать социалистические режимы других стран. Негативными сторонами можно назвать низкую боеготовность вооруженных сил, падение авторитета правящей партии, Чернобыльскую катастрофу, падение нравов молодежи и межнациональные конфликты, например, столкновения в Казахстане в 1986 году. На третьем этапе, июнь 1989, сентябрь 1991 год, все процессы в стране перестали быть управляемыми. Партия КПСС теряет свою власть и начинается борьба среди фракций. В этот период времени рождается и развивается огромное количество оппозиционных движений. Проходит парад суверенитетов. Страны стали выходить из состава Советского Союза. Также была отменена 6-я статья Конституции 1977 года. И материальное положение населения заметно ухудшилось. Начался отток ученых, видных деятелей за рубеж. Выделим основные последствия перестройки. Негативные последствия. Усиление чувства растерянности в обществе, потеря доверия к власти, рост политической напряженности в обществе, рост националистических движений, например, в Прибалтике и в Украине. Позитивные последствия. Демократизация общества, усиление политической активности населения, оживление культуры. Предпосылки распада Советского Союза. Ошибки национальной политики, связанные с силовым решением национальных проблем, которые возникали в Советском Союзе. Кризис советской экономической системы. Кризис коммунистической идеологии, потеря веры. Подрывная деятельность западных государств, прежде всего США. Политическое поведение отдельных лидеров, борьба Ельцина и Горбачева за власть, неприкрытая. 8 декабря 1991 года лидеры Украины, России и Беларуси договорились о прекращении действия договора 1922 года и создании Содружества независимых государств. В заключение нашего урока разберем с вами задание ЕГЭ по истории по нашей теме. Задание номер 7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике перестройки? Соответствующие цифры запишите в ответ. Напомню, что период перестройки – это 1985-1991 годы. Итак, первое. Замена продразвертки продналогом нам не подходит, потому что это было в 1921 году. Второе. Усиление роли советов в управлении государством. Это верно. Третье. Борьба с космополитизмом. Нет, это неверно, это происходило в 40-х годах. Четвертое. Отказ от политики холодной войны. Да, это верно. Вывод советских войск из стран Европы, из Афганистана. Пятое. Приоритетное развитие военно-промышленного комплекса. Нет, это неверно. Это была характерная черта экономики Советского Союза в период холодной войны. Шестое. Введение многопартийности. Да, это верно, с 1988 года началась регистрация партий. Задание 18. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. Первое. Данная монета была выпущена в период перестройки. Да, это верно. Внимательно смотрим на монету. Там 1917 год. Прибавляем 70 лет, получается 1987 год. Это период перестройки. Второе. Современником события, которому посвящена монета, был Столыпин. Нет, это неверно, потому что Столыпин погиб ранее. Третье. Изображение на монете подчеркивает мирный, ненасильственный характер событий. Нет, это неверно, мы здесь с вами наблюдаем вооруженных людей. Четвертое. Изображение на монете подчеркивает важную роль в событии матрос. Да, это верно, мы с вами можем видеть матросов. Пятое. В год выпуска монеты в Советском Союзе была принята Конституция развитого социализма. Нет, это неверно, потому что Конституция была принята в 1977 году. Задание 24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. Процессы, происходившие в период перестройки, исключительно негативно сказались на населении Советского Союза. Используя исторические знания,
приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. Ответ запишите в следующем виде. Аргументы в подтверждении, первое и второе, и аргументы в опровержении, опять же, первое и второе. Подтверждение. Перестроечные процессы привели к развалу советского государства, разделению братских народов и к череде национальных конфликтов, например, в Народном Карабахе. Семьи оказались разделены национальными границами. Миллионам человек пришлось мигрировать. Проблема русского населения в национальных республиках. Перестроечные процессы привели к крушению прежней экономической модели. Встали многие заводы, прекратилось производство товаров народного потребления. Например, тотальный дефицит промышленных товаров. И произошел резкий спад сельскохозяйственного производства. Нарушились экономические связи, нормальные товарно-денежные отношения, появилась безработица. И в опровержении. Благодаря развитию кооперативной деятельности и конверсии производства, производство товаров оказалось более нацелено на нужды населения. Например, стали массово производить джинсы. Перестройка позволила народам, мечтавшим о своей национальной самостоятельности, реализовать свое стремление к независимости. Например, прибалтийские народы, вошедшие в состав Советского Союза, не совсем добровольно. На этом наш с вами урок окончен. Желаю вам удачи. До свидания. Здравствуйте, одиннадцатиклассники. Тема нашего урока «Причины устойчивости и смены экосистем, искусственные сообщества агроэкосистемы, типичные агроэкосистемы Крыма». Напоминаю, что мы работаем по крымской программе «Учебник автора Сухоруковой». Этот материал вы частично изучали в 9 классе. Цель нашего урока является выделить причины и основные признаки устойчивости и смены экосистем, сравнить типичный биоценоз и агроценоз, ознакомиться с основными агроэкосистемами Крыма. Основными причинами смены биоценозов являются сами живые организмы, изменение климата, пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, деятельность человека. Последовательная закономерная смена биоценозов и сообществ на одной территории называется сукцессией. Выделяют два вида сообществ. Равновесное сообщество, неравновесное, развивающееся сукцессионное сообщество. В этом сообществе энергозатраты организмов меньше потребления первичной продукции. Накапливаются органические вещества, увеличивается численность видов, появляются новые виды, способные усвоить излишки первичной продукции. И, естественно, эти сукцессии разделяют на два вида. Первичная сукцессия возникает на субстратах, не затронутых почвообразованием. Например, это лавовые участки после извержения вулкана. На таких участках формируется почва. И вторичная сукцессия. Самовосстановление устойчивых биоценозов происходит именно благодаря ей. На этой картинке мы видим пример вторичной сукцессии. После пожара на месте горельника поселяются сорные растения, далее устанавливается устойчивое травянистое сообщество, сменяется оно кустарниковым сообществом, далее древесным сообществом. Ранние стадии развития сообществ характеризуются тем, что эти сообщества неустойчивые, видов очень мало и первичная продукция у таких сообществ достаточно высокая. Более поздние стадии развития сообществ характеризуются повышенной устойчивостью. В то же время возрастает количество видов, но первичная продукция практически полностью потребляется гетеротрофами. Сообщество на примере хозяйственной деятельности человека можно охарактеризовать высокой скоростью развития, так как после того, как человек распашет землю, вырубит лес, на этом месте остаются споры, семена, даже некоторые животные от первичного первого сообщества.
Климаксовое растительное сообщество – это конечная стадия развития экосистемы в условиях данной области. Этот термин дал Клеменсон в 1916 году. Признаками устойчивости биоценоза или климаксового сообщества можно считать это то, что оно находится в равновесии с окружающей средой, легко самовозобновляется. Любые изменения происходят медленнее по сравнению с временем, необходимым для прохождения сукцессии до стадии климакса. Большое число ниш и микромест обитания, сложная надземная и подземная ярусность, большое видовое разнообразие. Животные занимают ниши на всех уровнях. Организмы имеют узкую специализацию по экологическим нишам. Трофические цепочки в основном детриты, а чистая продуктивность сообщества низкая. Давайте проведем закрепление на основе открытой базы банка ЕГЭ. Основной причиной неустойчивости экосистем является, в данном случае, правильный ответ – несбалансированность круговорота веществ. Стабильность и целостность биогеоценоза не зависит, конечно же, от геологических изменений в коре Земли. Поток энергии, разнообразие видов, сезонные изменения – влияют на эти явления. Агроэкосистемы человеком созданы для того, чтобы получить высокую первичную и вторичную продукцию. Это неустойчивые экосистемы, поддерживаются они затратами людей и механизмов. В агроэкосистемах выделяют агроценоз, совокупность организмов, обитающих на Земле, и, конечно же, агроценоз является частью самой агросистемы. Поэтому в состав агроценоза входят такие же представители, как и в биоценозы. Это продуценты, культурные и сорные растения, консументы, питающиеся сельскохозяйственными растениями, животные, грибы, конечно же, человек. Ну и редуценты – это бактерии и почвенные микроскопические грибы. На данном рисунке показан агроценоз картофельного поля. И здесь мы видим всех представителей агроценоза. Микроскопических, растения культурные и сорные, животные вредители и симбионты, и, конечно же, человек. Закрепим знания, полученные нами. Какие отношения развиты между пыреем ползучим и пшеницей, растущими на одной поле? Конечно же, это конкуренция. Почему взаимоотношения цветковых растений и пчел – это пример симбиоза? Почему пчелы являются симбиотами? На этот вопрос я предлагаю вам ответить самостоятельно. Ну а сейчас сравним биоценоз и агроэкосистему. Итак, примерами агроэкосистемы являются огород, пастбище, сады. Биоценозы – это болото, дубрава, ельник и озера, другие природные водоемы. Что касается направления действия отбора, то, конечно же, в агроценозы действие естественного отбора ослаблено человеком, потому что преимущество получает это выбранный человеком, благодаря искусственному отбору, более продуктивные сорта растений. Что касается использования энергии в пищевых целях, то здесь, в отличие от биоценоза, кроме солнечной энергии, используется энергия минеральных удобрений, органических удобрений, полив. То есть человек вносит удобрения для возмещения потерь минеральных веществ. Круговорот в агроценозе не осуществляется, в отличие от биоценоза, потому что минеральные элементы изымаются с урожаем. Ну и, конечно же, пищевые цепи в агроценозе очень короткие. В агроценозе идеальными считаются цепи, состоящие из звеньев – растение и человек, растение – травоядное животное, человек. Относительно способности к саморегуляции и способности сменяемости, агроценозы являются контролируемыми человеком системами. Человек сам изменяет природные факторы, орошает, осушает, ведет борьбу с вредителями, такими как сорняки или паразиты. При этом повышает плодородие почв, где это необходимо. Продуктивность агроценозов
очень высокая, в отличие от биоценозов, потому что основная продукция биомассы в биоценозе потребляется консументами. В качестве закрепления рассмотрим такие вопросы. Агроценоз, в отличие от биоценоза, характеризуется, надо выбрать три правильных ответа. В данном случае это будут короткие цепи питания, незамкнутый круговорот веществ и преобладание монокультур. В чем проявляется сходство плантации свеклы с экосистемой луга? Конечно же, в том, что в их состав входят продуценты. Агроценоз не может быть одновременно богатым видами, устойчивым и высокопродуктивным. И чтобы повысить устойчивость агроценоза, его создают между лесами, перелесками и лугами. Общая продуктивность культурных растений, конечно же, снизится, потому что цепи питания станут разнообразнее. Но и снизится опасность увеличения численности вредителей сельскохозяйственных растений. Перед вами примеры агроэкосистем Крыма. Это и лавандовые поля, это и персиковые сады, многочисленные огороды нашего полуострова, пастбище. Здесь представлены Никитский ботанический сад и форельное хозяйство Крымского природного заповедника. Итак, выводы нашего урока. Устойчивость биоценозов и экосистем зависит от их трофической структуры, разнообразия и пищевых цепей. Биоценозу свойственно саморазвитие в сторону устойчивого, зрелого биоценоза. Агроценозы созданы с целью получения высокой первичной и вторичной продукции. Агроценозы характеризуются высокой продуктивностью. Примером классического устойчивого зрелого биоценоза мы можем считать заповедники. Домашнее задание – изучить конспекты, материалы открытого банка заданий ЕГЭ, ФИПИ, учебник биологии 9 класс Сухорукова, параграфы 45-46, и можно воспользоваться учебником биологии 10-11 класс, вторая часть, параграф 103-104. До свидания. Здравствуйте, уважаемые 11-классники! Тема нашего сегодняшнего урока – генетическая связь органических соединений. Что такое органическая химия? Это раздел химической науки, которая изучает соединения углерода, а если быть точным, их состав, свойства, области применения, превращения, условия, при которых эти превращения возможны. На сегодняшний день известно более 20 миллионов органических соединений. С каждым годом синтезируется все больше и больше, и мы уже себе не представляем повседневную жизнь без таких продуктов, как лекарственные препараты, изделия бытовой химии, синтетические полимеры, резина и так далее. То есть перечислять можно огромное количество. Давайте с вами поиграем небольшую викторину с самопроверкой. Вы угадаете вещество, которое я для вас зашифровала. Первое вещество. Это вещество называется болотным газом. Оно является основой природного газа. Ценное и доступное сырье для многих веществ. Следующее вещество. Структура этого вещества устанавливалась почти 40 лет. А решение пришло, когда в воображении ученого Кекуля возникла змея, кусающая себя за хвост. Третье вещество. Это вещество называют светильный газ. Этот газ применялся вначале в основном для освещения. Это были уличные светильники, театральные рампы, походные и шахтерские фонари. На старых велосипедах устанавливались карбидные фонари. В сосуд, заполненный карбидом кальция, поступала вода, и образующийся газ по специальному соплу попадал в лампу, где изгорал ярким пламенем. Ребята, следующее вещество. Специальными экспериментаторами было установлено, что при содержании этого вещества в воздухе примерно 0,1% быстрее дозревают овощи и фрукты. Это вещество называется регулятором роста растений. Я думаю, что вы без труда догадались, о каких веществах идет речь. Посмотрите, пожалуйста, первое вещество – болотный газ. Это метан.
Вещество, формула которого была установлена Кекуле, это бензол. Вещество, которое использовалось в светильниках, это ацетилен, и регулятор роста растения – это этилен. Давайте с вами подумаем, связаны ли эти вещества между собой или нет, и каким образом из одного вещества возможно получить другое. Для того, чтобы перейти к нашей конкретной теме сегодняшнего урока, а точнее генетической связи, я предлагаю вам вспомнить классификацию органических веществ. Органические вещества подразделяются на углеводороды. Это те вещества, которые содержат в своем составе углерод и водород, поэтому они так и называются. Углеводороды, кислород содержащие соединения, азот содержащие, отдельным блоком распатриваются галоген содержащие соединения. Есть и другие углеводороды. Углеводороды делятся на алканы, это предельные углеводороды, и непредельные алкены, алкины, алкадиены. Выделяют еще ароматические углеводороды, к которым относятся арены. Кислород, содержащие соединения, в их состав входят спирты, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, соли карбоновых кислот. И к азотсодержащим соединениям относятся нитроалканы, аминоалканы, ароматические амины. А теперь давайте с вами проверим ваши знания по классификации органических веществ. На данном слайде представлены названия функциональной группы и группа соединений, органических соединений. Карбоксильная группа, гидроксильная группа, аминогруппа соответствуют каким классам? Карбоксильная группа – это группа COOH, которая характерна для карбоновых кислот. Гидроксильная группа, OH-группа, встречается в составе спиртов в данном случае. И аминогруппа, название говорит само за себя, соответствует аминам. Правильный ответ – 3-1-4. Сейчас, ребята, давайте с вами обратимся к номенклатуре органических соединений. В основе номенклатуры лежит название гомологического ряда метана с изменением суффикса и с добавлением соответствующих цифр и названий заместителей. Ну, допустим, если у нас предельный насыщенный углеводород, то ему соответствует суффикс -ан. Если у нас непредельный углеводород ряда, допустим, алкенов, ему соответствует суффикс -ен. Непредельный углеводород, содержащий тройную связь, имеет суффикс -ин. Функциональная группа спиртов, суффикс -ол используется. Функциональная группа альдегидов, карбонильная, используется суффикс «аль», карбоксильная группа, соответственно, овая кислота, и аминогруппа, используется амин. Давайте рассмотрим конкретный пример. В данном случае мы видим, что у нас имеется карбонильная группа, выбирается самая длинная углеродная цепь, нумерация в данном случае от функциональной группы. Мы пронумеровали, нашли самую длинную углеродную цепь, нашли заместители, которые связаны с атомами углерода, в данном случае это у нас метильный радикал, гидроксильная группа, и можно теперь называть 4 гидрокси, 3 метил, пентаналь. Давайте рассмотрим номенклатуру алканов. Значит, здесь действуют те же самые правила. Выбирается самая длинная углеродная цепь, она нумеруется, заместители указываются. Если заместителей несколько, используются соответствующие приставки. Ди-3-тетра. Ну, допустим, в данном случае мы видим в первом соединении один заместитель. Соединение будет называться 2-метилпропан. В данном соединении также один заместитель, но самая длинная углеродная цепь соответствует бутану. 2-метилбутан. Это соединение. Давайте посмотрим, где у нас самая длинная углеродная цепь. Мы можем нумеровать таким образом, можем нумеровать в обратном направлении, но необходимо делать так, чтобы заместителю был присвоен наименьший номер. В данном случае это 3-метилгексан. Соединение следующего характера. Тут находятся 3 заместителя метильных. Нумеруются цифры, обозначаются, каким атомам они принадлежат. Используется приставка 3-3-метилпентан. Следующее соединение 3-метил-5-этил-гептан. Вот этильный радикал, обратите на него внимание. Ребята, для того, чтобы хорошо ориентироваться в генетической связи, вам необходимо знать название многих реакций.
они немножко отличаются от реакции в органической химии. Давайте с вами немножко вспомним. Взаимодействие с кислородом, либо с другими окислителями, называется процесс окисления. Отщепление водорода – процесс дегидрирования, в то время как присоединение водорода называется гидрирование. Присоединение воды называется гидратация, отщепление воды – дегидратация. Реакция взаимодействия с водой, либо разложение под действием воды, называется гидролизом. Следующая реакция между карбоновой кислотой и спиртом называется реакция этерификации. Галогенирование – это взаимодействие с галогенами, отщепление галогенов – это дегалогенирование. Взаимодействие с галоген-водородами называется гидрогалогенирование, отщепление галоген-водородов – дегидрогалогенирование. Также существуют реакции полимеризации и поликонденсации. Теперь непосредственно перейдем к генетической связи. Давайте обратимся к понятию. Генетической связью между веществами называется такая связь, которая основывается на их взаимопревращениях, она отражает единство происхождения веществ. Генетическая связь углеводородов – это как частный случай генетических связей всех органических соединений. Еще раз напомню, алканы относятся к предельным углеводородам, имеют общую формулу CnH2n плюс 2. Алкены – это непредельные углеводороды, содержащие двойную связь. CnH2n имеют общую формулу. Алкины также относятся к непредельным углеводородам с тройной связью. Их общая формула CnH2n минус 2. Алкадиены – изомерны алкинам. Но, тем не менее, в их составе содержатся две двойные связи. Циклоалканы, также изомерны алкеном, имеют общую формулу CnH2n. Существуют отдельные ароматические углеводороды, представителем которых является, в частности, бензол, формула CnH2n-6. Ребята, давайте внимательно посмотрим, чем они между собой все отличаются. Отличаются, конечно же, количеством водорода. И этот процесс можно регулировать с помощью таких реакций, как гидрирование и дегидрирование. Вот вам тренировочное задание. Метан. Из метана необходимо получить ацетилен, этилен и этан. Но прежде всего необходимо расшифровать эти формулы. Формула метана CH4, формула ацетилена C2H2, формула этилена C2H4 и формула этана C2H6. Рекомендую вам при использовании этих веществ писать все-таки их структурные формулы, которые отображают порядок соединения данных химических элементов в молекулах. Посмотрите, метан при температуре 1500 градусов разлагается с образованием ацетилена и выделением водорода. Ацетилен вступает в реакцию с водородом. Давайте вспомним, какая это реакция. Правильно, гидрирование. Образуется этилен. Этилен вступает в реакцию с водородом и образуется насыщенный углеводород, насыщенный водородами этан. А теперь более, на данном слайде отображена более четкая генетическая связь органических соединений, где связаны не только углеводороды, но также присутствует кислород, содержащий соединения, а также аминокислоты, амины и белки. Посмотрите внимательно. Значит, алканы, алкены, алкины связаны с кислород, содержащими соединениями. Вот данные стрелочки обозначают превращение одних веществ в другие. И сразу же и предлагаю вам осуществить превращение. Еще раз, представлена цепочка органических соединений. Вы помните, сколько стрелочек в цепочке превращения, столько уравнений реакции необходимо составить. Не схем, а уравнений с указание всех коэффициентов. Первая реакция. Метан разлагается при температуре 1500 градусов с образованием ацетилена. Ацетилен вступает в реакцию с водой. Данная реакция именная. Катализатором реакции служат соли ртути. Образуется у нас этаналь. Этаналь способен взаимодействовать с аммиачным раствором серебра. Образуется уксусная кислота. И уксусная кислота вступает в реакцию этерификации с метанолом с образованием сложного эфира. Метилового эфира уксусной кислоты.
Ребята, домашнее задание будет следующим. По учебнику Рудзидиса Фельдмана я предлагаю вам проработать параграф номер 41, выполнить упражнение 1 письменно. Урок на этом закончен. Спасибо за внимание. До скорых встреч!